Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. В Украине идет настоящая война. Город Киев сейчас бомбят со всех сторон. Первый удар наносится на объекты военные, где у нас склады, воинские части. Конечно же, уже есть много повреждений, много жертв. Поэтому, если вам говорят о том, что это поверхностное что-то, или что это происходит, какие-то маневры, это все неправда. Идет самая настоящая война. Бомбят все города Украины. Харьков, Одессу, Киев и так дальше. Но мы держимся. Все будет хорошо.